Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Амангелді Джахин, оппозиционная политическая партия «Алға Қазақстан». Меня всегда оскорбляло, когда эти негодяи, сидя на миллиардах украденных у народа денег, называют этот же народ ушлыми. У нас народ же ушлый. Ему вторит другой негодяй, Илгун, называя казахов ленивыми, потому что они не хотят работать на зарплату $2300. $2300 ежемесячно. Не хотят. Интересно, знает ли он, на какие копейки приходится выживать большинству казахстанцев? Я думаю, навряд ли. Потому что он живет в совсем другой реалии. Я верю в экономическое чудо Казахстана, такое же, как в Германии, Японии, Сингапуре и Южной Корее. Потому что у нашей страны великолепные стартовые возможности для этого. А это несметное богатство в недрах. Выгодное географическое положение для ведения торговли, благоприятные природно-климатические условия для развития сельского хозяйства, туризма, промышленности. У нас даже есть возможность развивать собственную косметическую отрасль. Да и многое другое. И самое главное, у нас есть талантливый и трудолюбивый народ. Но чтобы все это реализовать, нужна наша активность. Политические и экономические реформы. Все эти реформы отражены в проектах наших программ. Поэтому 18 января 2023 года мы снова понесем документы на регистрацию нашей партии. Уже в 9-й раз. И снова будем снимать видео-челлендж. Кретинизм ситуации в том, что своим челленджем нам приходится доказывать, что мы этой заплывшей жиром власти, что мы действительно есть, что мы действительно живые. Что этот факт есть и что с этим фактом им придется считаться. Это в нашем лице кричит весь народ Казахстана. О том, что он хочет перемен. Что он устал от бесконечных пустых обещаний. От бесконечной лжи. А в последнее время с самой высокой трибуны льется только лишь ложь. Поэтому мы просим вас поддержать нас в этот день. В Ахмале, на Нангалькель 8 и во всех областных департаментах юстиции в 11:00 18 января. Также мы просим поддержать нас материально. Мы благодарны всем нашим сторонникам, которые нас поддерживают все это время. Знаете, что таким образом вы инвестируете в будущее страны, в будущее Казахстана, в будущее своих детей. Чем больше нас будет в этот день, тем больше вероятности нашей победы. Мы обязательно добьемся регистрации нашей партии. И мы вместе проведем демократические, политические, экономические реформы. И построим богатую и процветающую страну. Алга Казахстан!